Радыё Брэст споўнілася 15 гадоў. І з кім жа яшчэ адзначыць такое свята, як не са сваімі слухачамі. І першым месцам сустрэчы стаў начны клуб «Рай» у Барановичах. Добра знаёмыя ўсім па штодзённых эфірах Радыё Брэст дзіджэі Евген Філіновіч і Дмітрый Козак, а таксама дзіджэй Firestline стварылі непаўторны настрой і дарылі ўсім шквал пазітыўных эмоцій. Сегодня праздник, у Радио Брест, сегодня 15 лет. Давайте их вместе поздравить с днем рождения. У них сегодня 15-летие. Я хочу им пожелать огромного-огромного счастья в дальнейшем и успехов. Вы знаете, сегодня мы просто отжигаем там все вместе. У нас сегодня все получается. Ребята там просто высшие. Евгений Филинович, вам большое спасибо. Я каждое утро вас слушаю по радио. Дорогое Радио Брест, с днем рождения! Сегодня очень классный праздник, столько моря позитива. Желаем только самых классных клиентов. Мы каждый день слушаем это радио в машине, дома, на работе. Вы лучшие! Самая бадзёрая музыка і самыя гарачыя хіты, вясёлыя конкурсы і танцавальныя флэшмобы. І, канешне, прыемныя прызы і падарункі ад Радыё Брэст і партнёра мерапрыемства магазіна «Аўтасіла». Сегодня мы находимся в самом любимом городе, городе Барановичи, где мы отмечаем свой день рождения, 15 лет. И находимся мы в клубе «Рай», где сегодня зажигательная дискотека. Море подарков, конечно, эмоций, которые мы получаем с Женей. 15 лет – круглая дата, а в городе Барановичи мы решили стартовать города Барановичи именно по той причине, что город Барановичи – это один из самых любимых городов всей Брестской области. Оставайтесь всегда на волне позитива и хорошего настроения. Будьте в курсе происходящего и обещаю, что у вас все обязательно получится. С днем рождения! Радио Брест! Эй! Дарэчы, у Барановішах усё толькі пачынаецца. Гэтай восенню дзіджэі Радыё Брэст абяцаюць падчас юбілейнага дыскатэчнага тура завітаць ва ўсе буйныя гарады Брэшчыны. Так што чакайце. Алена Ракус, Юрый Печур, Мікалай Руцкі, Тэлерадыёкампанія Брэст.